В конкретном случае по городу Ярославлю и мэру города я могу сказать следующее, что что не антикоррупционный случай, то фигуранты стараются обосновать это или предложить это как политический заказ. Я считаю, что необходимо глубокое расследование, решение суда, и только тогда можно говорить о действительных фактах, которые могут и следствием, и судом быть установлены. Но в данном случае я считаю, что никаких политических явлений здесь нет. Это хозяйственные вопросы, которые связаны с нарушением финансовой дисциплины. И надо вести следствие и судебное разбирательство в соответствии с существующим законодательством. Еще раз подчеркиваю, всевозможные махинации, всевозможные преследования за нарушения часто стараются быть прикрытыми политическими преследованиями. Не надо реагировать на них.